really missing Ken right about now. Right about now.
Блейд. Я думал, он вообще мертвый. А он еще немножко живой. Лол ват. Я думал, он вообще разъебан в ноль. Не, он тут сейчас один выстрел, конечно, и до свидания, но, блядь. Там видно, что вперед, вот куда нам надо ехать лечать перед ангаром, там все сделано по то, чтобы ты на скорпионе катался. Ну, что-то вроде идет, да, но... Poison Arrow Tips. Какие-то попадания он даже выдержал, охренеть. Ну, тут чуть-чуть прям, блин. Он сдох. No more, no less, we crush the rest. Что-то гусеницы бракованные, походу, так, поехали. Так, ну сейчас один выстрел, и мы как бы уже все. Я знаю, просто кто там впереди будет сейчас. Не знаю, как по нам не попали. Меня причем так надамажили тогда не турели, а и изначально откуда скорпиона вытащил. Кое-что другое. Да, вот. Там чуваки с кристаллами ходили. Ну понятно, какие-то попадания выдерживаются, надо брать скорпиона просто, все, йоу. Я уже про этот Really Missing Cat слышу, раз 30-й, наверное. Пошел вон отсюда. Уничтожение. Блин, главный стряк ты сейчас на третьем. Здесь. А что-то не отсюда. А, его разнесло, лол. Вот блядь. Блядь, че он не заворачивает? Ебать. А, он походу... Не понял, привернул. Блядь, это охуенно сейчас движение наше намедлено. Нет! Не, а, всё-таки да. Там эти ебаные плазменные хуйни летят огромные. А, теперь заново, блядь, туда-сюда ездить, заебало уже, серьезно. Чекпоинт уёбищный. Хотя в этой игре система чекпоинтов, блядь, на 10-10, но вот этот один раз, когда, блядь, она там уебаться, блядь, серьезно. Типа на высокой сложности просто ебало буду скорпион, когда ездил, блядь. А, вот такой вот, что-то, блядь, фарт идет какой-то. Не понимаю, да. Какой-то трешак, ебать. Вот это вот вообще кринж, ебать. Знаю, блядь, с кем фит нахуй этот трек? Диджей Пауль какой-то, блядь. Хотя сам трек-то охуенный, блядь, но только парты самих глупов, ебать. Тур-ту-турум, тур-ту-турум, едем. А-а-а!
Сша, нахуй, блядь, на деревья. Сса. Где остальные, блядь? Да, по деревьям. Yes. А где остальные, блядь? Еще два должен. Вон еще один, блядь, что за хуйня? Что за габеллиар? Блин, а вот сейчас вот самолет не летит. Пошел нахуй. Надо попасть сюда. Блять, Обама. Обама! Блять! Ёбаный тормоз, нахуй. Это управление Скорпиона, это дерьмо ебаное, сука, блять. Потому что никак непонятно, какой стороной, блять, он развернут, нахуй. Shadowban стрим. Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Хочешь охуеть? Короче, меня сейчас последнее время... Ну, во-первых, привет, да, что-то я не поздоровался. Во-вторых, заходит последнее время Макс на стримы, да? Ну, Макс, он 451, да? А знаешь, что он мне говорит, блядь, уже несколько дней подряд? Я, блядь, во-первых, у него оповещение выключено, да, там, окей. Но, короче, когда я стримлю, я у него не отображаюсь в активных каналах. Прикинь? Вот, пиздец. Надо с остальных информацию собрать, блядь. Просто мы тогда про Shadowban разговаривали, и вроде описание не подходило под меня, потому что я... отображался, ебать, но... Блин, надо Макса просить скрин сделать и в техподдержку написать, блядь. Такой бред. Такое ощущение, как будто Shadowban, знаешь, что еще кинули? А, бля, он это, ебать, этот стример должен сидеть в дерьме без зрителей, короче. А когда Vanguard был, там больше, там до 20 человек доходил онлайн. Ну, когда пререлиз был, ебать, и Twitch такой, ебать, это что за хуйня, нахуй, он не должен подниматься, ебать, он должен сидеть в говне, блядь. И Shadowban накинул. Я у тебя как отображаюсь, ты меня видишь вообще? Надо еще у нескольких людей спросить, и у Макса просить скрин прислать. Но он говорит, что может быть это в мобилке, так, мобильной версии, типа. Да, пиздец, Макс. Где третий? А вон он. Пушки, а, лежать, чертяра, ебало. Да, тут надо прям 100% попадать. Блять, вот кто вот это стреляет сюда? Я понимаю, я уже начал выходить, но бесполезно. Там вообще непонятно, где-то на горе, что ли. Не, ну, в принципе, нормально. С Скорпионом разрулим ситуацию. Слушай, чем вот на этой хуйне, блядь. Надо опрос в Дискорде провести среди людей. Попросить, ебать, в какой-то веке зрителей зайти на стрим, нахуй, посмотреть, ебать, от как я у них отображаюсь онлайн или нет. До того, как они на меня кликнут. Я вообще не понимаю.
понимаю, блядь, за что Shadowban, сука, сидишь, блядь, стримишь, просто год нахуй не вылазишь, ебать, сидишь по 12, по 14 часов, выходные дни, блядь, отсиживаешь. Вообще, блядь, запретки ни разу не было, блядь, до вот там, пару дней назад, ебать, да, то, что там было, ебать, вообще, блядь, ничего не говорил, да что, блядь. Блять, ну я попаду сегодня, сука! Мне сейчас танк взорвется, да. Все, найс, я не дальше. Сейчас турели, главное, что со спереди. Блять, я не знаю, как я выжил, но я выжил. Где турель? Я не понимаю, кто там вот здесь стрелял. Бля, я труп. Да. Там не видно нихуя, блядь. Турель. Ну там турель стоит, да, наверное. Батя подписал 400 человек. Да там не 400, но мысль понятна. Да, никто не смотрит нахуй. А знаешь, из-за чего может Shadowban быть? У меня есть теория. Что, короче, боты подписываются, и пока искусственный интеллект отвечал, ебанский видит, короче, что подписок много, а зрителей нихуя нету, и дает бан, короче, или еще что-то. Ну или что фолловеров дохуя, типа, и Shadowban, чтобы, типа, не знаю, за чего, блядь, ботки типа съебались, я не знаю. Да пиздец. Shadowban, блядь, поймать. То же самое, что, блядь, и обычный бан. Какая разница, сидишь, блядь, тебя собственные люди, блядь, смотреть не могут, нахуй. Это вообще рофл, блядь. Бля, а что там ему на Reddit ответили чуваку, у которого Shadowban тоже? Я бы в этих, блядь, лайв-трансляциях отображаю, блядь, по хейлу. Охуенная накрутка, Коль, блядь, каждый бот заходит нахуй, и он отображается как зритель только тогда, чтобы подписаться, блядь, и все, и съебывает нахуй. Охуенная накрутка, прям нахуй. По скайпу, блядь. А я же снес эту турель ебаная, бля, нихуя не видно, сука. Рядом какой-то чувак изучаемо ответил, что Shadowban нет. А, ну да, да, а как, блядь, это объяснить тогда? Охуенно, блядь. Скрытый пул? А чё за скрытый пул в доте хуй? Расскажи, пожалуйста.
что дальше? Вау, наконец-то, блядь. Ну, если бы Скорпион был полностью разъебанный, я не знаю, что бы я сделал. Типа, например, если у тебя много репортов, то кидают пол с такими же чуваками очень часто, токсиками руинами. Также, если у тебя, например, новый акт, но ты играешь хорошо, то тебя кидает смурфпул и ищет игры, потом начнет с смурфом. Ебать. А вот смурфпул, кстати, хорошая тема. Наверное. Коль, ну ты знаешь, на самом деле, вот если взять все игры, вот давай поговорим, такая интересная тема про матчмейкинг, да? Мы с Типом, короче, с одним знакомы, ну, в следующем году уже будет как 10 лет. Мы с ним познакомились в League of Legends, он сейчас очень много играет в Overwatch, он там типа в что-то в 0,5 или в 5% игроков лучше входил в мире, короче. Сейчас он там на смурфах играет, людей коучит и так далее. Но мы с ним играли в LoL. И в Overwatch он начал играть на релизе, сейчас до сих пор там сидит, играет другие игры. Суть в чем? Мы с ним как-то разговаривали про матчмейкинг в LoL, в Overwatch. Ты знаешь, сейчас, и учитывая все вот эти вещи с читами, да, которые вот в коде там и так далее, типа манипуляции с VPN-ами, матчмейкингами, роутерами, кроносами и так далее, и так далее. А, интересная тема, что в каждой игре матчмейкинг сделает, в современной игре сделает тебе так, чтобы ты не побеждал много. Если ты супер хорошо играешь, ты всегда будешь играть с такими же. Причем очень часто, так как играют на смурфах люди, даже это уже контрится. В лиге тоже, по-моему, там это контрится на самом деле. То есть человек, просто люди сидят, например, в золоте, да, ну, грубо говоря, это средняя элла, и а там все смурфы с даймондов, блядь, с платины пришли, короче, и в итоге друг с другом дрочатся, то есть играют не на своем рейтинге, и при этом все равно дрочатся, потому что, например, команда из 10 человек, ну, типа 5-5, да, сервер, катка из 10 человек, и там, например, 4 могут быть смурфа. И вот как их раскидают, это очень сильно все зависит, да, то есть там вообще просто из-за этого пиздец происходит, потому что все в смурфы уходят. Потому что... И это приводит к тому, что в итоге катки ты не можешь, например, там, ты играешь как даймонд, ты сидишь в золоте и не можешь подняться нормально. То есть ты только через гринд можешь подняться. Грубо говоря, играя практически один к одному, там максимум, там, я не знаю, с винрейтом 55%. У меня, бля, во втором-третьем сезоне винрейт в ранкедах около 70% был примерно. Это просто разъеб. Сейчас таких винрейтов просто не бывает. Потому что... Блин, я помню в ранке, я вот в третьем сезоне, когда поднялся высоко, играл на одном уровне с профессионалами, потому что мне матчмейкинг даже подались игроки, которые на простене на тот момент выступали. И я смотрел по матчмейкингу, там типа еще иконочки были с предыдущего сезона, у кого какой элло. Я единственный долбоеб с золотом, а там все остальные, блядь, типа это, а играем мы на даймонде, блядь, уже. То есть и у остальных у всех иконки со второго сезона даймонда, платины, блядь, я один с золотом, нахуй, настолько высоко был. То есть настолько мой скилл был высок, что я не путем гринда, а путем разъеба просто. Я, ну, там играл там 6 на 2, например, в день 8 игр, 6 выиграл, 2 проиграл всего. Или что-то в этом роде, то есть, ну, типа, прям жестко. Ну, у меня еще свои там техники были в плане подхода к игре, там, плюс собственный скилл, там, и так далее. Это был 2016 год. Ебать, сейчас так вообще не получится играть. Ты на золото зайдешь, тебя остановят с камеры, куча всяких проблемных людей, там, тролли, ливеры и вот эти смурфы ебучие, с которыми ты, по факту, ты должен с ними встретиться и играть вровень в даймонде где-то, а они тебя, блядь, уже в золоте ждут, нахуй. То есть, ну... Это вот так вот, этот матчмейкер. В Overwatch то же самое. Просто, блядь, люди уходят на смурфы, и смурфы со смурфами играют просто, и все. Плюс матчмейкинг всегда сделает так, чтобы ты, блядь, не выигрывал постоянно. То есть, если ты хорошо играешь, тебе будут кидать как можно более хуёвых людей, а против тебя будут примерно с одного уровня игроки, они будут ниже тебя, но сильнее твоих тиммейтов, и поэтому ты один не вытащишь. То есть, в любом случае, матчмейкинг сделает так, чтобы ты не смог выиграть там одну-две игры, блядь, максимум, все подряд. То есть, ну, это пиздец.
И причем стабильно замечал, когда вот в лол вернулся в 16 году, стабильно замечал там в году 17, 18, на разных серверах играя, что стабильно, если ты въебываешь игру, дальше, блядь, у тебя вообще изи катка идет, вот серьезно. Ну, если ты не как долбоеб играешь. То есть, ну, плюс-минус стабильно, это вот по лолу. В Overwatch тоже своя хуйня. Бля, везде просто, в любой игре матчмейкинг работает против игрока. Он постоянно заставляет тебя гриндить. Зачем так делать, я не понимаю. Я вот, например, в лоле, когда очень высоко поднялся, был на предпоследнем дивизионе до челленджера, а в челленджер ходят лучшие игроки вообще в мире. То есть я входил в Diamond 2, там топовый рейтинг, типа на тот момент это типа, ну, блядь, я не знаю, топ-1, топ-2% игроков в мире, наверное, я не знаю. И я не хотел дальше подниматься по причине того, что там... Чисто Лил Помп подпиздили, ебать, шок видео, блять. WD камбэк. И я просто перестал играть. У меня началась стагнация, но стагнация началась не из-за моего скилла. Я, мой скилл безграничен был на тот момент. У меня познание, блять, общий просто скилл. Я, ну, уничтожал просто людей. Я просто начал понимать, что я поднимаюсь, потом сливаюсь, потом поднимаюсь, потом опять сливаюсь. И я уже потом слился с Diamond 2 на Diamond 4, и я просто уже устал играть. Потихоньку я Diamond 3, Diamond 4, я пробовал разные какие-то вещи, и в итоге уже ничего не работало, я уже просто перегорел, потому что уже пошел гринд. И вот после этого я нормально подняться уже не смог. Максимум я там поднимался, когда в лол камбэкался до первой платины, типа. И вот уже... И на тот момент вот все вот эти вещи с матчмейкингом, они вот все были уже. То есть, ну, действительно... Почему в Diamond 2 я дальше не стал дальше подниматься? Начался гринд, потому что там уже просто, ну, прям волчьи игры. То есть люди, во-первых, сверхскиллованные, во-вторых... Уже пошел гринд, очень мало давали элла за катку. Плюс, например, чтобы подняться с даймонда первого на челленджер, это просто ебать нужно, я не знаю, там игр 50 нахуй отыграть с очень-очень пиздатым рейтом. Плюс в челленджере нужно постоянно отыгрывать, чтобы тебя оттуда не выкинули, потому что в челленджере места были ограничены. Ебать, ну короче... И я просто к тому, что тогда меня остановил гринд. А теперь, ебать, все так играется нахуй, вот серьезно. И что у нас происходит в других играх? Код, там, блядь, Overwatch, Dota. Вон, видишь, ты сам назвал, прикинь. Вот, то, что ты сейчас написал, я это прочитал, да. И по поводу винрейта 50% это дохуя. Ну, то есть, ну, серьезно, это бред, блядь. По старым меркам в лиге, ебать, 55 это ты хуй сос, ебать. У меня винрейт на некоторых чарах из там 50 игр был 70, около, ну, на Лисине у меня сколько, 68 или 70%, блять, у меня было из 40, что ли, игры, я не помню, 50. Просто разрывая, нахуй, поднимался. Я настолько быстро поднимался, что когда ввели систему дивизионов, я поднимался настолько сильно, что у меня элла было больше, чем мой дивизион, и поэтому, когда я проходил переход, я, блядь, прыгал с... пятого даймонда сразу в третий и так далее, то есть там с первой голды там сразу в четвертую платину, блять, и так далее, типа, ну это пиздец был. А вот то, что ты написал, то, что 10-12 инкаток понравится сильным показателям, тут бан на несколько дней, это вообще пиздец. Ну ты за буст, ну то есть ты играешь против бомжей, получается, ну хуй знает. Ну вот мне сейчас матчмейкинг где нравится в Halo, потому что, судя по всему, он более-менее нормальный. Единственное, вот мне не понравилось то, что чуваков с платины кидают почему-то в голду в ранке, да, короче. И ты анранкет, блядь, и платинового чувака закидывают, который, блядь, возможно, на макросах сидит, ебать, на ПК играет, как черт ебучий. И, типа, он играет против анранкедов, и у него в команде все анранкеды. То есть, ну, это мне странно показалось. Я имел в виду матчмейкинг обычных даже пабликов. То есть, ты играешь, ну, нет такого, что там, ебать, там просто пиздец. Попадаются сильные типы иногда, они выигрывают, да, типа, но все равно, вот, я не знаю, тотального пота какого-то нету, что ли, я вот не знаю. Но матчмейкинги просто сейчас во всех играх, они работают на разработчиков, они не работают на игрока. И вот эти все хуесосы по типу Турвы, блядь, и так далее, типа в том же Call of Duty, они просто делают манипуляции с матчмейкингом и все.
блядь. Обама! Я жив. Нихуя ворвался. Что скажешь по этому поводу, Коль? Вот как обычному человеку, который не хочет гриндить и обладает скиллом, и он играет примерно там на определенный ло, он не может до своего элла дойти, блядь. Блядь, обама, сука. Надо было забежать уже просто, наверное. Бля, меня убили. Против танка не попрешь, ачивку дали. Охуенный чекпоинт. А вы в курсе, что, блядь, там уже все пройдено было? Алло, бля, мне даже чекпоинт давали. Там же был чекпоинт. Был чекпоинт до этого, когда я там на Скорпионе тащил, блядь. Что за хуйня? Кто меня убил? Там вообще никого не было. Вся карта зачищена была. Ебать. Ладно, бать, поехали, да. Опять выверено стрелять, аккуратно. Поэтому сетевые игры мертвы! Потому что матчмейкинг нихуя не работает. Не знаю, что там в Battlefield, кстати, с матчмейкингом. В этом плане. Хотя там во всем остальном плане все хуёво, поэтому. Блять, Обама. Чертовозный Обама. Блять, я ебал этот танк, он неуправляемый какой-то. Блять, ну конечно, да. Да, да, но я сейчас они прям ровно траекторию поменяли. Габелла, блять. Там просто, блять, дерево стояло. Бля, ну почему я должен опять это проходить? Я же, ебать, уже это прошел. Там чекпоинт даже был, блять. Я прям помню чекпоинт, когда я последний турель снес. Бля, когда я это пройду, когда я пройду рич, я просто, ебать, не знаю, портрет себе на стену повешу, потому что я пошел рич на Legendary сложности. Красивый взрыв, необычный. Чё, блядь? Я, короче, хотел уничтожить этот, блядь, разъёбанный транспорт, нахуй. А там чё, ветка какая-то была или чё? Почему так произошло, блядь? Я тут сразу про Missing Cat уже как бы доебало меня. Но я не понял, почему, блядь, у меня бэкфайр сработал какой-то или чё, блядь. Так, вроде пару попаданий всего. А если бы я знал, что будет впереди, блядь, когда только на Скорпион садился, я бы по-другому себя на нем вел, наверное.
Да серьезно, бля, ну понятно, хотя бы один прожигал ГБЛ, блядь. Хотя ровно, конечно. Да, Кэт, ебать. Это мне напоминает фразу из Нью-Вегаса, блядь, про это. Мисс Махави Винтер. Система 50% лучше помогает удерживать игроков. Это ты статистику откуда взял или ты сам сейчас это сказал? Раки может быть неинтересно, если они будут назвать 90% матчей. Только, а почему, причем тут раки-то? Ракам наоборот, блядь, будет интересно, потому что они сразу... И мне интересно будет, знаешь почему? Потому что они сразу же окажутся в том элло, которым они заслуживают. А не потому, что их кто-то прокэрит, ебать, или еще что-то, понимаешь? Там сразу все на свои места, блядь, встанет. Вот в чем прикол. И игра должна быть по скиллу, а не, блядь, по тому, что там кто хочет и так далее. Понимаешь? Ну и людей, как бы, с хай элла, да, там, и с мурков не должно закидывать чувакам, которые играть не умеют. Я против такого. Ах, последнее попадание, наверное. А! Пиздец. Бля, что если, короче, выйти? Попробовать. Что я не смогу сделать, блядь. Надо как-то снять турельку. Как можно говорить, что ты пиздатый в какой-то игре? Если ты, блядь, на самом деле не пиздатый. Скажи мне. Где турель, блядь? Просто те, кто играет хуёво, должны оказываться с хуёвыми игроками и сами понимать, где они находятся. Loading done. А, чекпоинта не было, это был loading done просто. Понятно. А вот чекпоинт дан, блядь. Ну, и тогда же так же было. Ладно. На нескольких рейсингах, кстати, тоже играет не он, не полная. Мусно отстал из-за костюма подбора, поэтому даже если норм играешь, то спокойно надо будет до триггера заслужить, там играть нихуя не сделаешь. Надо добежать обратно, да, чтобы транспорт надеется, что его не разъебут. Да, Коль, ну, это... Все, Коль, бан ебать. Сейчас не только Shadow бан ебать. Сейчас еще и просто бан, нахуй, понял? Просто бан, бля. Репорт. Коль, ну потому что, например, мне не хочется сказать слово долбоёб, блядь, потому что слово другое на букву Д, оно более логично, блядь. Просто не хочется ругаться матом, типа... Кто-то меня тогда в спину убил, я надеюсь, сейчас этого не повторится. Не знаю, кто тогда меня убил.
А мы же здесь были изначально, по-моему, да? Что здесь происходит? Та самая база, Джун. О, все наши пацаны тут. Ты забыл, что мы здесь делаем, если честно? Я зашел дота по фанистам на низком рейтинге, не получил никакого фана. Почему? Потому что там просто профессионал играет. Коль, залетай в Хейл, он же бесплатный. Скачай на ПК, да и все, это у тебя потянет. Вот детач можно делать, кайф. Потом теряем, что больше смысла стало. Мне в одной игре два подпивасика на двух саппортах. Подпивасники. Я помню, мы здесь сражались. Мы сначала уезжали с базы, потом возвращались, теперь опять. Да, тут, конечно, надо более точное оружие брать, мне кажется. Ну ладно. Ну и когда я к Феокатору на сборе, например, сам в лесу пришел за фармой всех лесных крипов. Брат, а зачем ты пришел за фармой лесных крипов, брат? Просто хотел потроллить, брат. Не хотел серьезно играть. Да, ну то есть пиздец, конечно. ДМР брать. Оп. Оп. Прикинь, в Master Chief Collection 7000 G-Points, короче, ачивок, прикинь. При бабле можно быть. Можно стать при бабле, интересно. Охуенная точность, ебать. Шот, шот. Все то, как кристальная винтовка, мне нравится. Ну это после стадии лайнинга фармит пар героя, а не саппорт как раз, если у тебя в этом все пришли, чем вражеских поров. А, ну понятно. Ну а там же чат, у меня сейчас рассказывал какой, что типа лес там вообще не ходит, да? Если лес, то все плохо. Они в это, то в доте добавляют лес, как в лиге, воруя оттуда вещи, то они, короче, полностью убирают лес и хотят, чтобы вообще никто туда не ходил. Че, крипов сейчас тоже не отводят? Лес сейчас, наверное, выступает просто как штучки, которые для кэри, да, чтобы дополнительно подфармить, короче, просто. А не как отдельные... Это. Это фарм, ну понял. Чтобы противники какие-то. Ой, сейчас подожди, пожалуйста, Коль.
Коль, мне даже показывали, рассказывали про эту новую механику. Классное, что типа там вот эти вот разные айтемы сыпятся, да, которые в отдельный слот идут. И типа они вроде там прям хорошие, да, какие-то вещи, бонусики дают. И они же еще зависят от левела крипов. Поэтому типа они дают как бафчики, получается. И сила этих бафчиков еще и определяется левелом. Это классно. Тоже немного лол напоминает. Where are we going now, boss? Dot? Please proceed to the prearranged coordinates. Cryptic. You know as much as I do, Noble Four. Coordinates nearby, Commander. We're close. Up the ramp, to the right. Стелсовые эти, кстати, более здесь видны. Nice. Там, по-моему, еще патроны есть на ДМР. Спасибо. Oh. Можешь любой этому поездку, но сколько мне были писать этому первого тира. Looks like they got themselves cornered, or were committed to the position. I'm going with cornered. There's nothing here. No load-bearing columns either. Sir, if we're supposed to blow this place, this ain't the spot to do it from. Dot, check your vector. Vector confirmed, Commander. We are precisely where Oni has directed. Apologies. Coordinates revised. Please confirm. Revised? By an AI. Of unknown origin, whose clearance is well above my own. Well, it's pointing us a click and a half east and 2,000 feet underground. No, I didn't bring my shovel, Commander. Sir, I say we go AI free on this one. Obviously, these coordinates are junk, and the longer we go chasing. What is this, Dot? Our revised route, Commander. All right, we came this far. Музыка жесткая такая играет. Блин, у нас всего четверо осталось. Отряд так-то и шести человек стоял. Я думаю, сейчас что-то жесткое произойдет. Учитывая, сколько стелсовых элиток мы продамажили. Your new AI friend tell you anything else, Dot? Dot. She's been expecting you. That's perfect. Apologies for the unusual security measures, Commander, but the stakes demand it. Dr. Halsey, casualty reports have you listed as... Yes, well, as they say, news of my death has been greatly exaggerated. I only wish the same could be said of the rest of Noble Team. We all do, ma'am.
It may please you to learn that the data module Noble 2 procured from Visigrad Station contained precisely what my scientist promised. A latchkey discovery. It has unlocked, at last, the secrets of this excavation. Not sure I understand. Your orders were a pretext to bring you to me and have been overridden. You are here, Team Noble, to ensure the delivery of this vital data to a secure location. Doctor, our orders are to destroy all sensitive material. Others will handle the demolition. I'll need to confirm this new directive with command. Colonel Holland will be briefed. You belong to Oni now. Before you is an alien artifact neither human nor Covenant in origin, advanced beyond our comprehension until now. Thanks to Noble 2, the decrypting of its data is nearly complete. Whatever we're doing down here, we better do it quick. Have your data ready, ma'am. We're coming to you. The decrypting process is still underway. I don't think you understand. We're out of time. If it isn't portable when we reach you, it's gonna get buried. Bury any of it, and you bury mankind's best chance for survival. Commander, you've been wondering what your Spartans died for? They died for this. Please, buy me all the time you can. Let's find Halsey's lab. Move. Commander, I'm seeing turrets already in defensive positions. Oni was expecting company. They sure as hell got it. Doctor, we have hostiles inbound. Spartans, you cannot allow the Covenant to break through the door to my lab. Understood. Let's give the doctor the time she needs. Да, ничего здесь такие виды. Ну, миссия с космосом прям очень красиво. Что они здесь делают? Get them online and quick. When the turrets take too much damage, they'll shut down to recharge. You'll need to reactivate them when they come back online. Noble 6, activate the turret to set up a perimeter. Опа, опа, музон. Коль, ты здесь? Да, я что-то проникся старыми Хейла, блин, смотрел, оказывается, Хейла для вообще перфорта сделала гораздо больше. Все эти турики MLG на 360-м боксе. Даже больше, чем код в Америке, мне кажется. Всем этим проникся, что-то. Сижу в речи, играю. Хочу немного мультиплеер Master Chief Collection поиграть после скилла, который приобрел в Infinite, хоть игры очень сильно отличаются. Смотрю, что-то как. Не как тогда, когда я заходил. Коль, кстати, что там по Halo Limited? Ничего нету, Коль? Ты смотришь иногда? За секунду. Скальпер. Turret recharging. Recharging.
Да, блядь. Что-то было странно. Еще чекпоинт-то был? Хотя бы. Да, было. Да, он вернулся. Бля, а чё ты полный камбэк в доту не сделаешь все равно? Чисто из-за того, что больше фаниться не можешь? Как игра, она же все равно чуть лучше стала, поинтереснее как-то. Те же самые нейтральные айтемы. Я, кстати, иногда посматриваю нарезки со стримов Сереги Пирата. Не знаю, вот говорю, вот он меня не вызывает такого отвращения. Адекватный. Ну, по 5 по 7 часов это все понятно, но это если ты хочешь шапаться в ранкерах. А почему тебе просто нормал по нескольким часиках не играть? Ты же не в ранке да будешь играть. Коля, если бы ты знал, что вчера было на стриме, это вообще просто жесть была в плане сложности. Ну, ромхотлетка, катка вообще нормально без руины, то ничего не делать, надо смокнуть все, где стоит. А, ну ты имеешь в виду то, что люди сейчас вроде типа нормалы не воспринимают, да, за игры, типа они там просто фигней страдают, никто серьезно не относится. Ну, в Лоле тоже, типа, это нормально, мало кто играет, нормально, мне кажется. Не знаю, как там на русском сервере. Люди такие, ну, у тебя же Элла не отнимают. Значит, рейхардить надо. Блин, фан можно получать от победы, как по мне. Можно фаниться, как бы проигрывая. Можно фаниться и при этом выигрывать. Майндсет. Не курильщика. Вас он ранки. Но вот проблема всех этих людей и психология в том, что они постоянно просто гриндят ранкер, и у них там дофига игр, там по несколько тысяч, да, допустим, воли то же самое. Но при этом они типа просто выиграют, побеждают, проигрывают, выиграют, проигрывают, выиграют, проигрывают. И все. Они не растут по скиллу вообще никак. Да, ментальность этого рейсинга, на котором они сидят. Все правильно. Я видел, как люди, например, годами играют и не апается вообще.
дело не в рейтинге, а дело в персональном скилле, вообще никак ничего не меняет людей, потому что они не включают голову, они не хотят ничему учиться. Просто сидят, играют бессмысленно. О, видите, нет. Для них вот играть как принято на этом рейтинге, это и есть правильно. Но в этом чисто ошибка. Выжишь, я типа есть так хуйню здесь. Но нет, такого в лоле нету, что типа вот как надо играть на таком рейтинге. Но люди часто смотрят на там профессиональных игроков и так далее, оттуда все копируют там и так далее. Но нет такого, что типа вот на этом рейтинге надо собираться вот так. Там более как-то люди персонально себя рассматривают. А в доте, походу, играешь, короче, на 4К такое. Так, вот здесь так надо собирать, потому что, блядь, я играю на 4К, я должен так собираться, да? Типа вот это? Ой, вот что. А, понятно. Another Phantom dropping troops to flank us. Maybe we can grab a Banshee and bring the fight to them. Turret offline. Turret shutting down. Turret shutting down. В доте я очень много рома вижу, короче. В лиге тоже ромят. Но, блин. В лиге есть отдельная роль лесника, поэтому топ-лейн играет именно один. Поэтому, типа, такого количества роуминга там нет. А у вас, по сути, только роумеры и ганки. То есть у вас нет такого, что есть отдельная ганкующая роль. В лиге саппорты часто могут гулять по лайну. Типа, по лайну, а не до мида чаще. В смысле из-за формы лофта, почему из-за формы лофта? Да, турели подключать обратно. Но на самом деле в лоле так же было, в принципе. Лайнер все равно по XP будет впереди стоячим лесника. По факту. Но айтемы кое-какие увеличивают количество XP, получаемые из таких мобов, но это не отменяет того факта, что все равно ты будешь получать больше на лайне. То есть лесник всегда будет левелом ниже, чем лайнер. Но там, наверное, в доте совсем разница differential
огромная. Хотя в Доте раньше же играли через лес, я помню. Отводили крипов, просто фармили лес. Была же отдельная родина случайно. Последняя волна сейчас будет, наверное. Фурион, мне даже интересно, он сейчас как играет, он так же, короче, платформер. А Легионка раньше, она разве не лесником была? Ой, там танкеры, это да, я отсюда вижу. Он полностью. Коль, что у тебя там с геймбаром? Ты когда его скачаешь? Это элитки идут, это габелла. Ну,
еще одни хантеры. Боже мой. Что ж так много? Близко. Nicely done. Well done. I'm opening the laboratory door. Doors open, Noble Six. Get to the lab. Таишник тот самый, самый картан, наверное, делается. What is this stuff? Knowledge, a birthright from an ancient civilization. This AI is its custodian, and she has chosen you as her couriers. Chosen? By an AI? By this AI, yes. Her measure of you carries as much weight as my own. Perhaps more. You are to take her to the UNSC shipbreaking yard in Azad. There, you'll find a Halcyon-class cruiser waiting to get her off-planet. I understand. Do you? Mankind is outmatched. When Reach falls, and it will fall, our annihilation is all but certain. Unless we can glean from this artifact a defense against the Covenant. A game-changer. On the level of the conical bullet in the 19th century, or faster than light travel in the 23rd. And what if we can't? An apt question, if there were somewhere else to place our hope. There is not. Take it, Lieutenant. She has made her choice. Do you have it? Yes. Say the words, please. I have it. Dr. Halsey, Noble 3 will escort you to Castle Base. I require no escort, Commander. June, make sure nothing falls into enemy hands. I'll do what's necessary, sir. Good luck. You too, Rifleman. I need a heading dot. At 3 kilometers north. Turn right, heading 050. Which leads to? The shipbreaking yards in Azad. The only off-planet extraction point left on this continent. Small-scale air attacks have decimated many convoys en route. An armada of Covenant cruisers is hastening to the site as well. UNSC cruiser, Pillar of Autumn, is awaiting your arrival. Wouldn't be a noble mission if it were easy. Noble Leader, seek immediate medical attention. Noble Leader, please respond.
Please respond, Sierra 259. You are alarming me. Not sure how long she's gonna stay together. Skies are jammed up anyway. Gotta get you off her, Lieutenant. Sir, you don't want to hear it. Get the package to the Autumn. Done. Not yet, it's not. Emil, go with him. It's a ground game now. It's been an honor, sir. Likewise. I'll do what I can to draw their fire. Six, that AI chose you. She made the right choice. On my mark. Mark! С этим чуваком мы еще не проводили время. Интересная маска. Чего? Эмиль? Или Эмили? Или Эмиль? Here's our destination, Six. Pillar of Oro. Race you to it. Микрофон супер, конечно, вот там. Еще и оружие мы отобрали. Stay low. Let me draw the heat. Just deliver that package. Here's our destination, Six. Hello, boy. Как вот? Let me draw all the fire. И что, мы теперь реально можем здесь поставить пройти? Ага. Остался пацан. Пистолет силен, конечно. Понимаю. Блин, с таким оружием очень тяжело будет. Лучше бы стелс дали, конечно, этот рейс. Let me draw the heat. Just deliver that package. Here's our destination, Six. Pillar of Oro. Здесь близко транспорт где-то был. Но его же нет. Может, можно как-то так пройти? Ну нет, это бред, да. Ресет. Окей. Stay low.
Let me draw the heat. Just deliver that package. Here's our destination, Six. Pillow of Order. Racing to order. Офигеть, он свою билку активировал, чтобы от гранаты спастись. Точность хорошо. Stay low. Let me draw the heat. Just deliver that package. Here's our destination, Six. Pillow of Oil. Racing to work. А, это все, это уже ГБО. Ну, уже трупак, скорее всего. Забавно, если нет. Пошли вперед. Здесь же он, да, где-то? О. Найс. Ран. Воу. Нормально. Надо пойти поужинать, потом уже продолжить, потому что все равно время уже не так много осталось. Ладно, после перерыва вернусь. Давай, Коль, увидимся.